Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал. Нажми на колокольчик, поставь галочку, сохрани и будь первым. Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Detol, и мы играем в Cats. Да, ребята, это новая игрушечка от создателей Cut and Rope. Ну что ж, посмотрим, здесь говорят, что супер онлайн какой-то, мега бои на машинках, а сейчас мы вводим имя Detol. Конечно. Нашей команды, ребят, нашего канала. Так. Ну что ж, окей, Crash Arena Turbo Starts, ну что ж. Ой-ой-ой, это что за такое это вообще? Заставка уже, ты смотри, какие бои. Обалдеть. Вот это, да. Что это за месиво такое, а? Слушай, какой классный вот этот... Слушай, я как понял, там можно будет создавать свои машинки даже. Смотришь мировой чемпионат? Мечтаешь когда-нибудь принять участие? Я знаю, что пропустил твой день рождения, но лучше поздно, чем никогда. Слушай, представляешь, а может быть день рождения... О! Чего хмуришься? Не рад видеть своего дядю Тони? Извини, что не был рядом в эти все годы. Я задолжал серьезным людям, и мне пришлось залечь на дно. Ну ладно, открывай контейнер. С днем рождения, Detol. Спасибо. Что это за машинка такая смешная? Это что такое? Поздравляю с твоей первой боевой машиной. Давай установим ракетницу. Ну, самое важное. Да ладно. Что сразу сделать, установить ракетницу? Что она какая-то деревянная. А что это можно нажать? Ну все, установили уже, мне кажется. А, ну перемести ее на машину. А, сори. Надо было... Ее можно закрепить, кстати говоря. Мне кажется, нет? Нет, все, вот там говорят, так вот, да? Назад. Назад, давай. Отлично, ракетница есть. Чего ты ждешь? Залезай! Отлично. Поехали, ты наш маленький котенок. Тебе идет. Давай попробуем выиграть новые детали для твоей машины. Отлично, давайте. Ребята, быстрый бой. Слушай, что-то необычное, очень необычное. Опа! Помни, ты не управляешь машиной, она сражается автоматически. Это что значит? Твоя задача, как инженера, построить лучшую боевую машину. Понятно? Нажмите, чтобы смотреть. Ты представляешь? И в чем прикол, как бы ты смотришь? Ну вот, смотри, видишь, наша машина атакует, едет, загоняет его. То есть, короче, ты построил боевую машину. И смотришь, как она побеждает, круто же. Прикольно, твоя машина победила. Отличное начало карьеры, класс. Забирай свой первый ящик с деталями, они тебе очень пригодятся. Серия побед 1, ребята, отлично. И что у нас здесь? Ох ты! Ящики с деталями хорошо запечатаны, и на их открытие нужно время. Ну, как обычно. Ну, классика. Но с хорошими инструментами можно ускорить открытие. В этот раз возьму расходы на себя. На себя. Да, отлично, ребята. Открыть бесплатно. И что у нас там? Новая пушка? Я не знаю. Ох ты. Циркулярка. Циркулярка, которая так вокруг, да, как на этом... Скутер. Скутер. Что такое скутер? И пила. И пила, да. И титан. Так. Ничего себе, ребята! Ну, давайте соберем награды. И что нужно Отличный сделать? Улов! Продолжай побеждать в быстрых боях и получать ящики. Загляни в гараж и попробуй какую-нибудь из новых деталей. А только одну можно попробовать? А я не знаю. О, смотри. Так. И... Титан, наверное, устанавливается перед машиной. Слушай, да, реально, у нас такая машина, что только одну можно использовать. А вот этот титан первый, это защита, что ли? Так, это ракетница. Это ракетница, да. Первый титан, первый, новинка, где написано. Так. Опа, а нет, в принципе, смотри. А, это машина получается, да? Да. И на так, нее уже можно устанавливать. Опа, о, да. Большое колесо заднее. Можно переднее можно сделать. Можно переднее, но лучше пусть... А, он у нас еще колеса есть, смотри. Или нет? Да, о, действительно. Лучше, мне кажется, заднее сделать, чтобы она не перевернулась. Ну давай, ладно, хорошо, попробуем. Потому что у нее центр тяжести будет... Так, а где колесо-то было? Вот это. Ох, ничего, оно двухзвездочное. Отлично. Слушай, а вот эта машинка, мне кажется, покруче будет. Да? Слушай, на нее заново надо колесо, что ли, устанавливать? А, ну-ка. Она двухзвездочная, да, получается? Да, она просто двухзвездочная. Так, хорошо, колеса установили. И смотри, и бензопилу... Есть бензопилу, циркулярки две у нас, кажется. Или ракетница. Уже? Или ракетница, вот что интересно. Так, ну давай попробуем вот. Дрель? Да, попробуем. А еще можно что-то установить? Или нет, оно заменяет. Видишь? То есть... А циркулярку попробуй. Так это и есть циркулярка. Не-не-не, вот она, циркулярка слева. Вот. А, она вообще не устанавливается. Или устанавливается? Посерединке. Ну, нет. Не-не-не, вот эта шайбочка должна быть небольшая, а маленькая на эту звездочку надеваться. Маленькая шайбочка.
Вот так. Вот она, циркулярка, она вот так вокруг крутится. Давай ей попробуем. Ну хорошо, давай попробуем. Даже если мы перевернемся. Подожди, у меня есть еще кое-что для тебя. Что это? Возьми эту наклейку, она сделает твою машину особенной. Круто. Давай. Ну, девочка, как-то не очень хорошо, да? Вот, бургер давай. Бургер возьмем? Конечно. И куда ее тоже прицепить? Тоже надо перетаскивать. Да, можно куда-нибудь снизу, кстати говоря, сделать, чтобы видно было. Ну ладно. Выглядит отлично. Жду не дождусь увидеть твою машину. А то бургера нашего не видно. Ну, а давай вернемся, посмотрим, где наш бургер-то. Вот он. Передвинь его куда-нибудь. Посерединке, да. Во, хоть так вот будет видно. Ладно, хорошо. Пусть будет так. Поехали, быстрый бой. Ну-ка, поехали, ребятки. Нажмите, чтобы смотреть. Смотри, какая у нас циркулярка, а? Бак-бак-бак. О, видишь, ракетница его не действует, а циркулярка как хорошо помогает, а? Слушай, это хорошо, что мы еще таран не взяли. Да. Вот и победа. Вот так вот, ребятки, вот это победа. Слушай, у нас опять ящик, а серия побед должна быть, да? Да, ну давайте дальше отправляемся. Поехали. О! Ой-ой-ой, а что... А как он так перевернулся-то? А я не знаю, а что случилось? Может быть, мы что-то ударили? Да, переднее колесо большое делать не стоит вообще. Конечно, конечно, не стоит. Все, четко. Ничего себе, ребята, циркулярка это просто мега крутая вещь. Так, ну что, что-то другое попробуем или как? Хочешь попасть в телевизор и сражаться в финале? Я записал тебя на первый этап чемпионата. Ух ты, знаю тебе. Смотри, первый этап чемпионата. Пробуем. А нам бы, конечно, коробку получить, да? Тебе нужно будет одержать победу в 23 этапах, чтобы дойти до финала. Да ладно, 23. Смотри, какие там награды, близнецы. Не сомневаюсь, что у тебя все получится, и ты станешь звездой. Но давай вернемся к первому этапу. Ну, согласен, да. Отлично. Ой, это где мы? Это таблица. Это ты участвуешь в соревновании. Есть несколько способов победить в этом этапе. Давай попробуем одержать победу в серии боев. Отлично, ребята, битва. Сразитесь против всех игроков вашей группы один за другим. Количество необходимых побед для мгновенного повышения 3. Хорошо, ребятки, отлично. Ох, смотри, какой. Слушай, а это уже с кем-то онлайн интересно или как? Ну, видимо, да, слушай, но он никак не попадает в нас, ты смотри. Вообще никак не попадает. И даже его циркулярная штука, слушай, а у него и такая была, и другая, смотри, да? Смотри, бой 2. Очень хорошо, слушай, а у этого вообще нету, что ли, пушки никакой? Вообще, он просто решил наехать на нас. Вот это да, ребята, как мы отлично сражаемся, циркуляр. Это что такое? Что это такое вообще? Дружище, мы тебя просто в угол загнали. Просто загоняем, ребят, циркулярка просто мега крутая вещь. Интересно, проапгрейдить ее можно? Выиграно, боев 3, вы мгновенно перешли на следующий этап, представляешь? Вот это да! Слушай, как классно мы дамажим, а? Поздравляю с победой в первом этапе чемпионата! Спасибо большое! Дитол номер 1 завершен. Слушай, сколько денег нам всего дается? И что делать надо? Дальше идти? Да. Вы разблокировали более мощные детали. 3 звезды, ох так, ты! Так, выберите наклейку. Давай взрывчатку, наверное. Давай взрывчаточку. И супер ящик! О, ну что там, болгарка? Циркулярка. Циркулярка, да. Так, ролик. Ролик нам может, кстати, понадобиться. Бигфут. Можно на заднее колесо прицепить. Пила. Пила. Шкив. Шкив, еще одно колесо. Жало. Еще жало. Скутер. Еще скутер. И дрель. О, 2 звезды. Плюс 30%, если на проныру идем. Так, комплект атаки какой-то. Ничего еще. Себе. Вот это да, ребята. Слушай, ну игра такая достаточно интересная. Конечно, вот интересно, как вообще проапгрейдить. Ты наверняка хочешь попробовать свои силы в новом этапе, но давай сначала улучшим твою машину. Ты можешь улучшить свои любимые детали, вливая в них ненужные. А, вот оно что, кстати говоря. Можем циркулярку и улучшить. Так, а как вливать? Выберите деталь, которую хочешь улучшить. Ага. Так, а вот наша деталь, да. Мы ее хотим улучшить. Потом влей в нее другую деталь. Ну, сверху надо взять и поставить, получается, да? Но только циркулярку, колесо лучше не вливать. То есть циркулярку в циркулярку, ну, да? Ну да, они же у нас повторяются. Нет, он говорит колесо. А, только колесо? Ну да. Ладно. И вот сюда. Опа, смотри, где-то у нее что-то улучшается. Да, все путем, продолжай вливать и улучшать детали, чтобы прокачать свою машину. Отлично. Ну вот две циркулярки точно надо улучшить. Да, можно. Смотри, прям... вот плюс 2 атака у нее есть. Неплохо еще, смотри. Вот смотри, видишь, За 375 влить, да? А, это за 375 или мы получим 375? Нет, 375 голды стоит. Ничего себе, а что-то ничего апгрейд... не улучшили? Не, ну чуть-чуть, вот шкала сверху, а, шкала заполнилась, уровень 2, да, у нее? Да. Шкала заполняется, ну хорошо. Ну что ж, давай попробуем в бой пойти. А подожди, колеса, может, большие поставим? Передние или вот заднее какое-то у нас? Смотри, 2 звезды есть колесо, вон 2 звезды. Вот это? Да, сверху.
Ну, давай попробуем вперед, да, поставить их? Ну, давай, плюс да. Плюс 5 к здоровью они прибавляют. Ничего себе, представляешь? Так. А какие-то у нас еще Бигфут есть колеса. А, давай, кстати говоря, бомбу поставим. Так, это у нас где наша? Вон она, новинка, смотри. А какой, смотри, что у нас за... А что за арсенал вот этот, смотри, новинка. Где-где-где? Вот, слева, арсенал. Ну, давай посмотрим. Комплект атаки. Влейте в оружие, чтобы улучшить атаку. А, ничего это... Вот, то есть можно, например, вот нашу циркулярку вот так вот влить за 1200. И будет плюс 6 к атаке, видишь? Да, ну будем использовать или нет? Ну давай, мне кажется, это будет круто. Мне кажется, что она самая эффективная. Да, мне тоже так кажется. Ну давай попробуем. Вливаем. Готово. Отправляемся в бой? Да, поехали, посмотрим. Так, я вижу, ты получил свою первую супер деталь. Неплохо. У меня есть знакомый, который может... превратить любую твою деталь в супер деталь. Все, что для этого нужно, лишь сделать ставку. Ну, сделать ставку. Это предстоящий бой. Как думаешь, кто из них победит? Выбери одного из игроков и поставь на него свою деталь. Да ладно. Если игрок выиграет, то деталь получит бонус и станет супер деталью. А если проиграет? Попробуй. Так, на кого поставим? Посмотри, ставок здесь. Слушай, а какой-то я вот думаю, вот на этого справа да, ставить. Да, какой-то этот дохленький. Вот на него. И какую деталь? Ну, давай ракетницу, давай, вот, чтобы да. проэкспериментировать да, просто. Да, проиграем. Поехали. Деталь на кону одна. Вы уверены, что хотите поставить? Да. 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 И что? Загружается. Готово. Начало через 28 секунд. 20, так, понятно, надо подождать немножко. Ну, давайте ребята, подождем. Смотрите, сколько ставок здесь сделано уже. Вы видите, 16 тысяч на правого и 3 тысячи на левого. А, ты да, слушай, слушай, а вот себе. Эта слева ракетница, мы ее не разглядели, кстати говоря. Слева? Да, у которого слева, у него ракетница. А, у него и ракетница, да, и пила. Говорят, да, он такой, может быть, даже и лучше. Может быть, даже да. Но сейчас через 5 секунд, 4, 3, 2, 1, смотрим! Смотреть. Ну-ка. И? Нажмите. Давай, смотреть. Дружище, справа. Давай, правый. Ну? Ох ты, ракета как... Ой-ой-ой-ой-ой, ты посмотри. Ничего себе. Вы выиграли. Ничего себе. Плюс один, если на Титан. Класс. Вот это да. И что она у нас? Еще ставка? Еще можно играть. Но начало, видишь, через 5 минут. Ну, можно ну, поставить. Понятно. Можно поставить и потом забрать. Ну, посмотреть. Давай потом это сделаем, за кадром уже. Да. Ну что ж, ребят, вот такая вот веселая игра про машинки. Надеюсь, вам понравилось. И, возможно, мы будем продолжать в нее играть, если она очень много соберет лайков и просмотров. Да, ребята, ставьте лайки. Игра прикольная, необычная от наших русских разработчиков. Так что давайте поддержим канал Детол и игру и будем в нее играть все вместе. Всем спасибо, ребята. Пока. Пока.